Поиграть в хоккей или попробовать сделать тройной тулуп можно прямо на улицах нашего города. Главное для этого иметь пару коньков. С начала зимы по сей день в Красногвардейском районе работает несколько открытых катков, где любой житель может покататься в свое удовольствие. Насколько же катки соответствуют качеству и не опасны ли для здоровья спортсменов-любителей, проверили журналисты-инсайдеры вместе с сотрудниками Центра физической культуры, спорта и здоровья Красногвардейского района. У нас залито три коробки в целом. Хорошо, единственное, что на металлистов мы проехались, там, конечно, чуть изрезан лед, это накануне вечером катались ребята, но мы его обязательно дозальем, и все будет замечательно. В среднем каждый каток посещает от 30 до 60 человек ежедневно. Чаще, конечно, на выходных и по вечерам приходят целыми семьями. На катках работают инструкторы из Центра физической культуры, спорта и здоровья. На выходных они устраивают тренировки и матчи, проводят занятия с детьми. Конечно, профессиональным хоккеем здесь заниматься не стоит, да, потому что все-таки сейчас форма хоккейная, она заточена на искусственный лед, а не на естественный. То есть раньше это где-то лет 30 назад было актуально, то есть сейчас уже нет. Ну а покататься детям даже, тем же хоккеистам, для того, чтобы развлечь себя, что-то отработать, там, это вполне здорово. Будучи ребенком, нынешний профессиональный тренер и сам начинал с таких вот катков-коробок. Он отметил, что еженедельные тренировки на таких площадках станут хорошим подспорьем для будущих спортсменов. Оскар Самиев, Ольга Казанцева, Екатерина Тестова. Специально для КИНСАЙДЕР.